Всем привет! Получил очередной заказ с AliExpress. Здесь раскладная сидушечка должна быть. И вместе с ней должен быть съемник замка велосипедной цепи. Да, китайцы постарались, конечно. Она сидушка-то, в принципе, мягкая, с ней ничего не случится, но они не поленились, ее и замотали в пленочку. Так, это сидушка, а это съемник замка. Не стал себе покупать в виде пассатижи, купил за 50 рублей вот такую проволочку, у меня замки легко снимаются. И вот такая вот сидушечка. Увидел, тоже цена там копейки, увидел, купил. Потому что катаюсь на велосипеде, порой надо просто присесть где-нибудь. Даже там на край того же самого бордюра или на бревно. Так, 14 на 9 и толщина порядка 5 сантиметров. Ну, положительных отзывов было на это сиденье. Сейчас вот посмотрим, что там внутри. Ну, фактически она не весит ничего, потому что это поролошка. Так она раскладывается раз. И вот так вот два. И получается вот такая вот сиделка. Толщина сиделки порядка 7 миллиметров. Ну, по крайней мере, попу от грязи защитит, ну и немножечко смягчит. И так вот она складывается. Рекомендую к покупке. Всем добра и не переплачивайте.